приводе все настроено. Все работает. Отлично. Добрый день. Я очень рад вас видеть в зале. У меня такой доклад изначально планировался небольшой, поэтому я очень рад видеть, что не очень много народу пришло, потому что доклад достаточно нишевый. Хотя достаточно такой инсайдерской информации. Поэтому, да, надеюсь, он вам будет интересен, если вы как раз занимаетесь разработкой дома. Сам я не являюсь девелопером или кем-то еще под Mac. У меня просто, я в теме, скажем так, у меня много друзей, которые этим занимаются. И так вот случилось, что в какой-то момент времени, когда запустился Mac App Store, за день до его выпуска, прошла куча статей, которых было написано, через месяц после запуска цены на Mac-приложение упадут на 90-95%. Я даже специально это выделил. Прошел уже почти полгода, конечно же, этого не случилось, естественно. И у меня как раз возник такой интерес, что а что в действительности там происходит, что поменялось у людей, как они стали по-другому продавать, релизить, выпускать свои продукты в Mac App Store. Ну, конечно же, в первую очередь и до начала доклада я хотел бы сказать спасибо тем людям, с которыми я беседовал. Они все здесь. Как минимум те, которые не стали говорить, что мы не хотим, чтобы ты рассказывал, что это мы сказали, потому что там свои идеи, свои какие-то заморочки. Вот. Тарас Близицкий, Daisy Disk, приложение для анализа вашего диска. Они, кстати, как раз наиболее успешные из всех продуктов на данный момент, которые я разговаривал, потому что у них был Daisy Disk 1, он, в принципе, был качественным приложением, хорошим, но продавался, ну, так, средненько, там зарабатывали $1000 в месяц. Может чуть побольше. С выпуском Daisy Disk 2 и релизом его Mac App Store они стали зарабатывать на порядке больше. Причем приложение, в принципе, оно то же самое осталось. Оно стало более качественным. Второй пример это Саша Косован, компания MacPath. Они выпускают несколько маковских продуктов. Это CleanMyMac, если вы пользуетесь, наверное, вы это слышали. CleanMyMac, InSoul и Mac Hider менее известное приложение, потому что оно самое старое у них, и они как бы его уже не очень сильно над ним работают. А третий это Сергей Павлишин, Мавави. У них два приложения сейчас, это как раз видео, конвертация видео приложений несколько. Они тоже очень хороший пример, потому что у них как раз очень, на их рынке очень-очень много конкурентов, причем те, которые используют FFmpeg бесплатно, и там продают за $1. Там хороший как раз пример, дальше я о нем расскажу. Но, соответственно, есть несколько людей, которые ничего не сказали, и, конечно же, которые сказали много чего, не сказали сильно говорить их имен, и блоги разработчиков. Это естественно, потому что на одну информацию о друзей далеко не въедешь. И, конечно же, начать следует с того, что компания Apple, относительно многих других крупных разработчиков, у нее ориентация на конечных потребителей, на пользователей. Но мало кто при этом догадывается, чем при этом компания Apple повернута к разработчикам. Повернута она именно вот этим местом. Тогда как компания типа Microsoft и же с ними, они к людям повернуты как-то вот так сбоку. При этом они почти лицом почти повернуты к разработчикам. То есть там хорошее средство, хороший саппорт, все такое. С Apple все не так. У Apple приоритет — это конечные пользователи. Разработчики, если хотят поучаствовать в успехе Apple, должны сами мучиться. Поэтому очень много людей жалуются на то, что Apple плохие средства разработки, что у Apple все неудобно, что Apple ужасный саппорт, и так много вещей, мы еще поговорим дальше. Mac App Store. Вроде бы это очень клевая штука для людей, для пользователей. То есть теоретически это очень круто, потому что у тебя один магазин, тебе не нужно ходить, покупать, вставлять диски, что-то еще. Ты один раз ввел номер своей кредитной карточки, и раз в 3 года ее обновляешь, или в 2 года, зависит от кредитной карточки. У тебя единый поиск. Хочешь, я хочу видеоконвертер. Вводишь видеоконвертер, у тебя выпадает 25 тысяч видеоконвертеров. И ты там смотришь, какой из них будешь, выбираешь. И мгновенная установка. Тебе не нужно вставлять диск, монтировать DMG, запускать установщик и все такое. Нажал кнопку «Купить», у тебя она автоматически скачалась, поставилась. Очень удобно. И это то, как бы, как раз хороший пример того, что Apple повернута лицом пользователя. Перейдем к разработчикам. Что в теории хорошо для разработчиков? В теории
конечно же, большая база пользователей. Все люди с современными маками за последние 3 года имеют этот Mac App Store, соответственно, они все являются потенциальными покупателями вашего продукта в Mac App Store. Все управление в одном месте. iTunes Connect, сделали приложение, залили в iTunes Connect, все у вас там. Единый канал продаж, опять же, все идет там. Вам не нужно под разные рынки договариваться с разными дистрибьюторами, реселлерами, чтобы продавать на каком-то новом рынке. У вас все продается в одном месте для всех рынков. Конечно, это можете указать, что я не хочу продавать в каком-то рынке, но это уже ваше ограничение, так Apple продает по всему миру. И денежный перевод раз в месяц, соответственно, вам не нужно контролировать кучу денежных потоков из Японии, из Австрии, Африки, откуда-то еще, из Антарктиды. Вы просто получаете деньги от Apple, одним переводом причем. Вроде бы хорошо. Поговорим об этом и посмотрим, насколько это действительно хорошо. Ну, в первую очередь, для того, чтобы воспользоваться Mac App Store, вы должны сделать приложение. Вы его сделали, вы молодцы, с этим никто не спорит. Самое главное – это приложение, вокруг приложения все вертится. Оно должно быть хорошим, качественным, красивым, удобным, стабильным, все такое, потому что оно иначе не будет, в принципе, продаваться, вне зависимости от того, что я вам сейчас расскажу и какие у вас там проблемы будут. У вас приложение должно быть хорошим. Но при этом не нужно забывать, что специфика Mac App Store – вы выбираете приложение, вводите поиск видеоконвертер, да? Отлично, это все видеоконвертеры. Какой из них выбрать? Выбирается по иконке, как ни странно. Ну и по рейтингам. По рейтингам мы говорим дальше, а сейчас мы поговорим про иконку. Вы выберите то приложение, которое более красиво выглядит или называется здесь. К сожалению, здесь достаточно светло, поэтому не очень хорошо передает. Но в принципе видно, что какие-то приложения выделяются, какие-то нет. Скриншоты. Когда вы зашли внутрь приложения, то там есть какое-то описание, но в принципе, что такое видеоконвертер? Это и есть то, что конвертирует видео. Соответственно, вам интересно посмотреть, как он выглядит. И тут важны скриншоты. Скриншоты должны быть достаточно красивыми, приятными, чтобы человек сразу хотел купить. Они могут немножко отличаться от реальности, но не в том смысле, что там дизайн интерфейса будет другой, они могут быть немножко лучше какими-то фильтрами или чем-то еще. И это тоже очень важно. Как было раньше, чтобы вы начали продавать свое приложение? Вам нужно было найти дистрибьютора Plimus, Digital River, кто-то еще. Их много по всему миру. Договориться с ними о каких-то процентах, которые они будут себе удерживать, о каких-то еще вещах очень много. Потом с ними договориться о том, чтобы они сделали вам там лендинг-пейдж такой же, да, дизайн такой же, как ваш сайт, и вставить этот лендинг-пейдж на свой сайт. Это все достаточно муторно, сложно, долго и достаточно неудобно. Но это за многие года, в принципе, все уже отработали, когда, например, выпускаете уже второе свое приложение, вам с этим уже легче, потому что у вас уже все есть. Просто добавляете еще один айтем в их корзину. Но там есть еще небольшие недостатки. Это то, что они очень хотят всегда получить, когда пользователь говорит купить, он должен ввести кучу информации о себе, включая счетовый адрес своей бабушки. Потому что они не могут по-другому вести бизнес. У них там американские законы чаще всего, которые должны указать адрес Line 1, адрес Line 2, подтвердить свой email, чтобы не ошибиться. И в итоге получается 4-5 страниц информации только о пользователе. И Тарас, он сказал хорошую вещь. Вот у нас было уже 3 таких дистрибьютора, и у меня была хорошая статистика. Чем больше страниц, тем больше пользователей отвалится. Ну, это, в принципе, про юзабилити все знают. Соответственно, на каждой странице отпадает 50% пользователей. То есть первую страницу переживают все, вторую страницу уже 50%, и так дальше по половине отваливаются. Потому что люди там что-то где-то ошиблись, что-то у них не случилось, что-то еще. То есть это неудобно. Для пользователя я придумал хороший скриншот, надеюсь, там все вам видно. То, что маленький шрифт, плохое, некрасивое выравнивание, все такое, это вот то, что у них нормально есть. Вы не можете с ним договориться так, чтобы это было по-другому, к сожалению. У них вот такой фреймворк. Еще один пункт, то, что они кушают не все карточки. У вас там какой-нибудь альфа-банковский наш российская мастер-карт или виза, естественно, половина магазинов сразу автоматически это не проходит, потому что там за вашей такой страны, как Россия, вы не можете там купить. К сожалению, это правда, и поэтому многие в Альфа-банке в том же самом отправляют мастер-карт виртуальную, которая работает по всему миру.
Там свои ограничения, своих банки тоже у них свои заморочки. И fraud protection. Вроде бы сложная штука для того, чтобы люди не покупали что-то, ну, то есть не пиратили и все такое. Но чаще всего оказывается обратно. То есть они блокируют эти магазины чаще всего людей, у которых валидные карточки, у которых все нормально. То есть такая защита, которая чаще всего ломается на тех людях, которых как бы не должно ломаться. Тарас рассказывал, что у них было примерно 5 людей, которых вот, с нормальными карточками их блокировали. Они потом лично с ними в переписке там как-то разбирались с магазином и так дальше. Но есть одно но. Все они берут американские, до 10% от продаж. Вроде бы это немного за то, что они там продают через себя, все такое. Тут есть русская специфика. Я специально это вывел, что наш замечательный SoftKey берет 40% от продаж. И это ужасно. Потому что если вы можете какой-нибудь Digital River, Primus, что такое, он вам делает лендинг пейдж специально для вас, то у SoftKey вы просто, размещая кнопку «Купить», он ведет на сайт SoftKey, где пользователь должен трахаться со всем SoftKey-евским дизайном, который чаще всего не выдержит никакой критики, я никогда не смог там ничего купить. Но они при этом еще берут 40%, русская специфика. Как бы получается, что если обычные дистрибьюторы с вас удерживают всего 10% на продажу, то, что Mac App Store берет с вас целых 30%, это как бы много. Ну вот, в любом сравнении. 10-30, естественно, 30 хуже, чем 10. Но не учитываются куча вещей. Не учитывается то, что Mac App Store — это не только дистрибьютор. В принципе, он формирует базу людей. То есть, это все люди в одном месте. То есть, если будете продавать у себя на сайте с удержкой 10% дистрибьютора, то, вы можете вечно продавать. Потому что никто не будет знать о вашем сайте, никто не будет знать о вашем приложении. Вам нужно очень сильно работать с обзорами, с отзывами, проводить маркетинг, скажем так, чтобы люди пришли на ваш сайт и купили. С Mac App Store, этого в принципе нужно делать, конечно же, но в меньшей степени, и там свои законы, о которых поговорим дальше. И, то есть, 30%, которые держит Apple за все, ту инфраструктуру, которую вам дает, вроде бы это немного. Окей. А теперь пойдем дальше. То есть вы сделали приложение, теперь вам нужно зарегистрироваться. Apple за участие в их девелоперской программе берет $100. А если вы корпоративный пользователь, то 300. Вроде не так много, да? Для компании с кучей продуктов $300 немного, для одного пользователя $100 тоже, в принципе, не деньги будут. Но вот тут есть небольшие заморочки в России, и я через них прошел. Чтобы вы могли купить девелоперский аккаунт и активировать его, вам нужно отправить данные своей кредитной карточки по факсу в Apple. Вроде бы ничего страшного, вот когда я регистрировал свой аккаунт, у меня, в принципе, рядом стоит факс, и там, я как-то его отправил, помучившись. Но есть примеры людей, которые по 4 дня искали факс. Ну, потому что у них нет в 21 веке такого изобретения, они даже не знают, чем таким пользоваться. Смешно, но факт. В смысле? Да, есть специально. Но опять же, там нужно с ними там. В любом случае, это не email отправить и не просто заплатить. Это не очень прикольно. Чужой сайт. Ну да, в общем, можно и обратиться, да, но в любом случае, как бы, это не очень удобно. Но это потому, что Россия считается недоразвитым рынком. Ну, возможно, когда-то это мы переживем. Хорошо. А теперь вы активировали аккаунт, сделали приложение, вы должны его отправить в Apple. Отправили. И тут начинается самое интересное. У Apple есть свои review guidelines, с которыми все столкнулись, с которыми многие знают. Они небольшие, но у них есть большие ограничения. Большие ограничения про то, что вы не можете использовать сторонние API, вы не можете запускать приложение от имени администратора, потому что это как бы может повредить вашему компьютеру, что в принципе логично. И очень-очень много еще таких ограничений, из которых вас могут завернуть. Плюс у них есть сама процедура approval, в которой они проверяют соответствие вашей программы на их review guidelines. И вот тут тоже может быть самое интересное. Вы можете соответствовать всем review guidelines, и в принципе на данный момент среднее время проверки приложения составляет 2 недели. В принципе, как и в iTunes App Store, в iPhone App Store, так и здесь. Примерно 2 недели, видимо, одни и те же люди смотрят. Но
там есть свои, скажем так, косяки. Apple, так как мы уже, ну, я уже сказал, что Apple не очень повернута лицом к разработчикам, то у них очень ужасный саппорт для разработчиков. Во-первых, они не отвечают на письма, в принципе. То есть, чтобы они ответили на письмо, это надо очень сильно постараться. Если тот же Microsoft отвечает вам на любые ваши письма, ну, достаточно оперативно, Microsoft и другие компании, типа Dell, HP и все такое, то есть Cisco, то с Apple все так, не все так просто. Они на письма почти не отвечают. Второе, у них есть такой очень странный пример, что они могут ревью делать больше месяца, ревью одного вашего билда. То есть вы вроде отправили, вы сами посмотрели, что ваше приложение соответствует их ревью гайдлайнам. Залили в iTunes Connect, но месяц от них нет ни привета, ни ответа, ни привета. И почему, никто не знает. По статистике мы выяснили, что есть какие-то такие приложения, которые им то ли не нравятся, то ли они как-то вот, ну, неохота ему сегодня смотреть. То есть вы залили, прошло 2 недели, прошел день, когда ревьюер должен посмотреть приложение. Но почему-то в этот день оно не проходит, оно проходит еще через месяц. Видимо, они смотрят, что-то им не нравится. Но вроде соответствует, нам что-то не нравится, мы отправим его в конец очереди. И, то есть еще 2 недели проходит, и они тогда вам отвечают. Есть еще такая штука, что если приложение по каким-то вещам не понравится, то есть они вот первый раз вы отправили какой-то билд, и они говорят, нам не нравится ваш UI, типа не соответствует. Что тоже там, в принципе, очень там с ними долго можно бодаться, потому что гайдлайны UI у них достаточно такие расплывчатые. Окей, нам не нравится UI. Вы фиксите что-то, не фиксите, отправляете заново, можете даже ничего не фиксить, такая тот же билд. Через 2 недели они вам ответят что-то другое. И так, может, примеры были, что так могло продолжаться 15 раз. Но, к счастью, среди всех людей, которых я просил, и среди знакомых этих людей, не было ни одного пока фразы, чтобы они, в принципе, отказали по какой-то странной причине. Но динамики не могут вас очень долго. И вот это Apple, весь из себя. Ну, хорошо. Вы вроде прошли ревью, и вам говорят, что ваше приложение может быть доступно прямо сейчас. Никогда не отправляйте сразу приложение в продажу, как только оно стало доступно ревью. Потому что это может произойти ночью. А ночью вы не сможете поддержать продажу. И вот тут очень важно, что при начале продаж приложения, у меня здесь замечательно есть видео небольшое, надеюсь, оно проиграется, это то, что чем выше вы информируете, больше информируете людей о выпуске приложения, тем больше выкупает с первым времени, потому что оно новое. Хороший пример – это тизер, который данный момент играет, это тизер приложения InSoul, разработано для компании MacPath. В принципе, из этого тизера, если вы посмотрите, ничего не ясно, что это за приложение. Дайте своему iPhone новую душу. Все. Что, как, вообще непонятно. Это весь тизер. То есть, что такое? Ну, все посмотрели, и там внизу так и оставьте ваш e-mail. Вроде бы вот оно достаточно бесполезно, с одной стороны. С другой стороны, посмотришь на статистику, все понятно. Немножко углубишься в психологию. Люди любят что-то новое. Обратите внимание, не знаю, я вот увлекаюсь автомобилями, в принципе, и когда представляют новый автомобиль, Jaguar XJ новый, XF, например, хороший пример, они на протяжении нескольких недель публиковали фотографии автомобиля, причем в таком ракурсе, из которого непонятно было, как он выглядит. Типа подогревают интерес. Людям интересно, интересно, интересно. А тут еще вот e-mail оставьте, пожалуйста, мы вам потом пришлем, он станет доступен. Естественно, потом прислали e-mail, естественно, они разослали 5000 e-mail в сумме, и они заработали 400 продаж на это в первый день. Вот так вот, что значит подготовительная работа. 400 продаж ни на чем. Если бы потом это сделали, у людей не было бы такого интереса, потому что он уже, да, ну есть, ну и что, ну есть. Когда что-то новинка, таинственная и секретная, очень хорошо работает. Ну, также, соответственно, работают рассылки, Twitter, Facebook, review, это все понятно. Это старые такие методы, которые всем известны. Ну вот, на данный момент, как бы, рассказывал все достаточно стандартно, как оно было раньше, все такое. Но вот тут мы приходим к тому, что Mac App Store начинает диктует свои правила игры. И это что-то очень новое.
И это уже доказано, что это новое, потому что старые там, средства продвижения продукта не работали. Средства продвижения типа бандлов, скидок, купонов там не действуют. У вас есть всего 50 кодов на версию приложения, которые вы можете отправить кому-либо, ну, к, там, к примеру, LinkedIn или кому-то еще, чтобы они бесплатно получили ваше приложение. Больше 50 версий своего приложения, чего на Капстор вы никому не можете отправить. Все. Второе, то, что, как я уже говорил, видеоконвертеры, вводите видеоконвертер поиск, все приложения в одном месте сразу, все в одном котле. Как выделиться? Как сделать так, чтобы ваше приложение было лучше? Я уже говорил, первая иконка, там что-то еще потратится на нее. По сравнению с разработкой приложения, разработка иконки достаточно дешево, хороший. А второе – это рейтинги. Вот то, что Mac App Store, что он принес новое, то, что у него есть куча своих рейтингов. Прямо о них мы сейчас поговорим. Что это за рейтинги, как они работают? Есть звездочки. Это он так и называется, рейтинг, поэтому я его назвал звездочкой, чтобы как-то отличить. А звездочки пользователь, когда покупает приложение, может поставить от 1 до 5 звезд. Как в Одноклассниках настыкать. А отзывы пользователей, соответственно, кроме звездочки, вы можете что-то написать. Мне нравится, не нравится, что еще у вас там свобода самовыражения. И несколько рейтингов, там, наиболее продаваемые, наиболее растущие и так далее. Их много. И о них мы тоже дальше поговорим. Звездочка. А это и есть как бы рейтинг, он называется. Вот я, к примеру, взял рейтинг какого-то приложения, по-моему, Apple-ского. И сразу видно распределение. Есть люди, которые ставят 5 звездочек, есть люди, которые ставят 1 звездочку. Посередине очень мало. Это действует для всех приложений. Потому что это, знаете, как вот был хороший пример с Одноклассниками. Ты можешь поставить там, от 1 до 5. Если ты ставишь от 1 до 4, тебе еще придут, и тебе еще с тобой поругаются в Одноклассниках. А только 5 работает. А еще 5 с плюсом, за которые ты должен еще денег заплатить. И тут примерно тот же эффект. Люди, они не понимают от 1 до 5, им нравится или не нравится. Нравится 5, не нравится 1, все. Все остальное не имеет значения. Ну, посмотрите по статистике. Посередине очень мало людей. Ну, вроде мне нравится, но не совсем. Ну, нравится, все, 5 звездочек. И вот тут закрыта очень большая, скажем так, тоже закопан очень интересная штука, что если у вас хороший рейтинг, то его очень легко может испортить один человек, который поставит вам 1 звезду. И он это может поставить не потому, что он ему не понравилось ваше приложение. У него что-то пошло не так. И не обязательно это проблема вашего приложения. У него что-то пошло не так, и он поставил 1 звезду и ушел. Все, у вас продажи тут же могут упасть. И примеров множество. То есть рейтингом нужно обязательно очень хорошо следить. К счастью, рейтинг там, по-моему, обнуляется при выпуске апдейтов, ну, мажорных апдейтов. И, соответственно, вы заново начинаете зарабатывать. Как это обойти? Есть пример один, что одно приложение они стали вводить обязательную регистрацию всех пользователей. Соответственно, они знают e-mail у всех людей, которые купили. Соответственно, как только они видят 1 звезду, они видят, с какого e-mail это отправлено, то есть человек же он в Mac App Store, он под каким-то логином существует, его можно посмотреть. Соответственно, вы можете написать этому человеку через его регистрацию и сказать, что тебе не понравилось, скажи нам. Чаще всего это не то, что ему не понравилось, у него просто возникла какая-то проблема. И они решают эту проблему, он убирает 1 звезду. Но это единственный случай, и вероятно все, что скоро его Apple тоже прикроет. Ну, потому что как бы, не сохраняется инкогнито человека. Вот, и за рейтингом нужно очень хорошо следить и смотреть, что люди пишут. Если одна ошибка повторяется 2 раза, одна и та же, ну, примерно, одна и та же, комментарий один и тот же на одну и ту же ошибку, то вам лучше его обновить, выпустить обновление и пофиксить эту ошибку. Даже если вы ее считаете не очень критичной. Но на рейтинге это сказывается, и сразу ваше приложение падает. Дальше 2 рейтинга, наиболее продаваемые, наиболее растущие. Вроде бы по логике все должны ориентироваться на наиболее продаваемый топ-рейтинг. Но это не так. Потому что, ну как, оно так, но есть свои недостатки. Потому что
Чем они в первую очередь отличаются? Топ-8 – это количество проданных копий платного приложения. А топ-гроссинг – это количество заработанных вами денег. Соответственно, если вы продадите 100 приложений за 1 доллар, вы будете вверху. Если вы продадите одно приложение за 100, вы будете внизу. И если открыть Mac App Store и посмотреть, то там вверху топ-рейдер наиболее дешевое приложение. Соответственно, это не очень адекватный рейтинг по вот, качеству приложений. Поэтому все ориентируются на топ-гроссинг, потому что это и есть ваша выручка. И тут как раз существует такой эффект. Вы можете каким-то образом попасть в топ-гроссинг. Вы там сделали, сказали кому-то ревью, что-то еще. То есть вы нагнали людей, купили. Вы попали в топ-гроссинг. Как только вы попадаете в 20-ку топ-гроссинга, вы автоматом начинаете двигаться вверх, потому что больше людей вас видят, больше людей покупают, вы двигаетесь еще выше, 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 выше. Это такой фидбэк. И он очень хорошо работает. Дальше я расскажу, каким правильно управлять. И вот это то, что вы никогда не сможете достичь в обычных продажах. А после какого-то момента у вас продажи автоматически растут. В обычном магазине у вас продажи растут. Вы сделали ревью, купили, пресс продаж, потом обратно. А здесь он еще автоматически вырос, а потом еще больше вырос. Теперь поговорим про денежки, которые люди зарабатывают за нахождение в топ-гроссинг. И это такие достаточно интересные деньги, потому что если вы находитесь в первой десятке топ-гроссинг, ну, чаще всего там очень много мест занимают продукты Apple, потому что они там сами как-то хачат. Потому, ну, в топ-гроссинг находится очень много Apple-ских приложений, это никто не спорит. Они как-то вне рейтинга проходят. Но если вы попали в десятку в американском App Store, вы можете зарабатывать кучу бабла. От 10 до 30 тысяч долларов в сутки. И это очень много. Ну, соответственно, 20 до 2 тысяч долларов в сутки. А если вы вне вообще топ-гроссинг, то вы еле зарабатываете 100 долларов. Это проверено. Ну, цифры, может, они не совсем точны, но они порядок, как минимум, ясен. То есть, если вы вне топ-гроссинг, все, бросаете это дело, делаете что-то, чтобы вы туда попали. А как туда попасть? Естественно, вопрос. Конечно, первое – это заказать ревью известным людям. А на примере Лизи Диска они заказали ревью Джону Груберу, очень известный там Mac Related специалист. Он берет за свои деньги, за свои услуги 5,5 тысяч долларов, то есть у него висит, типа, у нас спонсор недели. 5,5 тысяч долларов платите, и будем большим спонсором недели. Вроде это много, но они за неделю окупили это. А продажи, так как они влезли в рейтинг, они еще могли вырасти. И вырастут. То есть сейчас у них еще это все не закончилось, но оно работает. Второе – это резкое временное снижение цены. И вот это очень важно. Резкое и временное снижение цены. То есть, если многие люди считают, мне говорили, что если мы варимся все в одном котле, то в первую очередь играет цена. Ну, вроде бы, да, играет. Если ваше приложение в два раза дороже всех аналогов, естественно, это влияет. Но если вы хотите по сравнению с другими своими с аналогами выделиться, сделайте временную скидку. Вы делаете временную скидку, а люди любят халяву. Это то же самое, что распродажа. Вы можете на распродаже купить какой-то там ботинки, костюм или что-то еще гораздо дороже, чем если бы вы купили аналог в обычное время. Распродажи работают. И если вы скажете, что у меня сегодня там скидка 75% и сделаете это, у вас продажи вырастут в 5 раз, это подтвержденный факт. Это я вот не придумал. Действительно, в 5 раз продажи вырастут, когда вы снизили на 75%. Плюс еще, соответственно, вы поднимаетесь в рейтингах. У вас в какой-то момент заканчивается ваше резкое временное снижение цены, но вы в рейтинге все еще. А в рейтинг автоматически вас поднимает еще выше, 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 потому что больше людей вас видят. И это работает. Есть исключения. Тот же Mavari, они сказали, что они платят какой-то фиксированный роялти за проданную лицензию, и для них это не работает, потому что они тогда уходят в убыток. То есть, конечно, у них продажи растут, но у них за единственную копию приложения они платят какую-то фиксированную сумму. И тогда они начинают терять деньги, если они продают там дешевле, чем свои 40 долларов приложения. Но если вы ни от кого не зависите, это очень хороший способ, и это единственный почти способ выбиться в топ-10. Это очень интересно. Если честно, я когда разговаривал, я
не верил. То есть да, он премиум вроде вырастет, но что он еще вам очень много денег сгенерит, но это интересно. Другой важный момент, как отследить пользователя. Если раньше вы использовали Analytics, прикручивали к своим страничкам, первую, вторую страничку и так далее, откуда они пришли, делали специальный лендинг-пейдж и все такое, то сейчас это никак нельзя сделать. Поэтому, если вы хотите узнать, насколько какая-то ваша акция окупалась, не проводите две разных акции одновременно, проводите их последовательно, чтобы вы видели прямой. То есть у вас есть там стабильная продажа, купили какую-то акцию, посмотрели, ага, вот так оно поработало. А провели еще какую-то акцию, оно вот так поработало. Если вы две акции сразу сделаете, ну, вы, может, вот так сделаете, но не следите, какая из них там стала более эффективной или что-то еще. Но в то же время можете за счет большого количества продаж влезть в топ-броссинг и вырасти еще. А, вот. Дальше. И вроде бы вот это все я рассказывал, но не отвечал на вопрос, который был поставлен в самом названии доклада. Действительно ли это выгодно туда соваться? А, за меня скажет всего один факт. На 90% продаж через Mac App Store, наиболее популярных программ, они продают через Mac App Store. То есть многие программы оставили, что у них на сайте есть продажи, есть продажи в Mac App Store. А сейчас, в данный момент, они 90% выручки генерят через Mac App Store. И это очень важно, потому что это хороший пример того, что эта штука работает. И хороший пример того, что с этим удобнее работать. В то же время из Movavi они сказали, что интересный факт, что после того, как они влезли в Mac App Store, у них продажи на сайте не упали, а они получают новых покупателей через Mac App Store. То есть у них не удвоились, а они выросли продажи в сумме. И это тоже очень важно. Плюс еще у меня есть несколько данных, это то, что если у вас хорошее приложение, достаточно хорошее, то в среднем вы можете зарабатывать до 6000 долларов с приложением. То есть это, конечно, не Photoshop, там, не какие-то Apple-ские продукты, а стандартные какие-то пользовательские утилиты. То есть когда это мало. То есть это в месяц. Да, в месяц. То есть это не большие компании или крупные, а именно независимые разработчики до 15-20 человек компании. Есть в среднем 2000 долларов, то есть, конечно же, есть топы, которые 2000, но есть средние 2000 долларов с приложений. Естественно, очень много просто людей выпускают в сумме 5 приложений, и они, в принципе, ничего не делая, зарабатывают около 2000 долларов в месяц. То есть это вроде бы очень хорошо. То есть, что разработка приложения – это полгода вечерней работы, чаще всего, качественного приложения. Но очень многие разрабатывают свои средства мониторинга, как сказал, в предыдущем слайде почти никаких нету средств, поэтому приходится людям начинать разрабатывать. Для iTunes, для iOS App Store, то есть iPhone и iPad, уже есть свои аналоги. Mac они пока не подключили, но, возможно, подключат. И мы не сами пользователи, когда мы разрабатывали свое независимое приложение. Вот. Они гораздо удобнее iTunes Connect. Но для Mac пока таких нету, но будут в скором времени. И очень хотелось бы еще сказать про специфику ORF. Я про нее всего сказал один раз по SoftKey, но у ORF есть очень много. То есть первое — это регистрация по факсу, то, что я вам уже рассказал, да. А второе — то, что там, если вы хотите продавать через SoftKey, то он вас содержит кучу денег. А вот тут очень интересный момент — это вывод денег на счет. И это уже подтверждено очень многими людьми, которые не только и под iPhone разрабатывали, что у нас очень странная налоговая, естественно. Если вы Apple с вами заключает электронный контракт, а наша налоговая по законодательству понимает только печати и подписи, а Apple таких штук не дает. Соответственно, вы можете распечатать контракт, заключенный с Apple, и отнести его в налоговую, но не факт, что им это понравится. То есть люди, которым налоговые понравились, а есть люди, налоговым которых это не понравилось. И вот это очень интересный факт, потому что половина людей говорит, что да, это работает, во-вторых, половина людей говорит, что да, не работает. Второе — то, что половина людей говорит, что вы можете в Альфа-банке открыть счет, и вам на него будет приходить, а вторая половина говорит, что в Альфа-банке счет открыть нельзя, чтобы на него приходили деньги из App-стора, вам нужно открыть счет в филиале какого-то иностранного банка. И это наиболее очень часто обсуждаемый вопрос на всяких форумах, iPhone, из таких российских. И никто не выработал конкретного решения, поэтому многие люди как-то там через регистрируют американское юридическое лицо, как-то еще.
кто-то воспользовался таким предложением. Есть специальные компании, которые будут получать ваши деньги на свой счет. С этими компаниями вы можете заключить договор такой, какой понимает наша налоговая. И они будут удерживать вас совсем немного денег, при этом вы будете иметь абсолютно кристально чистую для налоговых заработки. И потом они вам могут как юридическому лицу за 6% налогов или за 13% как физическим лицом. То есть это тоже такой вариант, который многие пользуются. И последний факт. Вроде бы в России маков немного, но в России, раз маки достаточно получили такой элитный ноутбук, вообще компьютеры, то есть они типа, очень крутые, то они генерят, то эти люди покупают очень много приложений. И Россия в пятерке по продажам по всему миру, среди разных стран. И это очень интересно, потому что все раньше считали, что в России ничего никто не покупает. А люди в России на маках покупают. У меня, к сожалению, заканчивается время, так что спасибо вам за то, что вы пришли. Я надеюсь, вам действительно было полезно, такой мой специфический доклад. У меня еще куча материала, я специально привел скриншот моего майнд-менеджера, потому что у меня еще куча-куча всего, что я могу рассказать. Ну, доклад все-таки там 40 минут, и много чего не успеешь, поэтому предлагаю продолжить вопросами или дальше. Спасибо. Да, возьмите микрофон, пожалуйста. Мы будем записывать вас. Вот ты сказал, что Google Analytics теперь не работает. Он раньше работал, и что с ним случилось? Раньше вы продавали у себя на сайте. Все продажи были на вашем сайте. Ага. Сайт называется мойприложение.com. Специально на своем сайте вы создавали специальные ссылки, которые раздавали разным ревьюерам, разным магазинам, все такое. Было видно, откуда приходят пользователи. Mac App Store вам не дают такой статистики, откуда в Mac App Store пришли пользователи. Я просто подумал, что имеется в виду путь пользователя внутри приложения. Вы такое отслеживаете? Такое, в принципе, можно отслеживать, и мы это делаем, естественно. Это уже немножко не про Mac App Store, но я могу ответить. Это очень важная штука, чтобы собирать действительно статистику о том, как люди пользуются. И это работает, это то, что вам нужно иметь. Потому что за счет этого вы очень можете увидеть, что есть вещи, которые в вашем приложении, при проданных 4 миллионов копий вашего приложения, 20 человек воспользуются этой функциональностью. И он довыкинет, естественно. И последний такой маленький вопрос. У вас это свое или вы пользуетесь какими-то сторонними сервисами? Что свое? Ну, вот эта система внутренней аналитики. Своя. Okay. Еще? Ну, нет так нет. Спасибо за внимание, спасибо, что послушали. При этом и фон, и при всех нюансах используете. Ну, я под них, потому что работаю.